Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, это очередной выпуск про критиков. Давайте посмотрим, что дальше нас ждет. Данная игрушка, она очень долго, походу, в бета-тестировании, я не понимаю, как же можно ее выпустить. Не вижу преград. Так, теперь мы... А, мы, получается, до конца здесь... Ух ты, ёбаный ворот, а что у нас? Ни жизни. Мы... Забыли с одной стороны. Ни жизни, ни, блядь, этих. Ни маны, ни жизни сейчас было. Мы, видно, в прошлом выпуске что-то куда-то бежали. И чуть не сдохли. Это очень плохо. А, восьмой уровень получили. Во, восьмой уровень. Сейчас мы восьмой уровень берем. Всем вот так вот берем. Что ты? My friends, что-то у меня с моим my friends. У меня один, он какой-то друг, и то я его даже не знаю. Восьмой уровень. То есть выполнено, выполнено, выполнено. Трофея. Что за трофея? Ага, трофея забирается в панель управления. Ладно. Выполнено. Кровозуб. Навыки. Вот, навыки. Слушай, ну, этот навык мы, считай, прокачали. Теперь что у нас? Плюс 15% хп при каждой атаке физического урона. Тройка повышается. Да. Здесь 15 снижает хп героя на 1, но повышает физическую защиту. Это сначала мы на 15% улучшили, а потом... А, во. Искра. Ну, это у нас умение. Бронебой. Тройка. Искра. Ну, я не знаю, я, мне кажется... Кажется, вот это лучше. ХП запас увеличивать на 15%, да, а потом мы физическую защиту на поменяем на нужный нам. Так, откроем нужный нам навык. Открывает свою карту, давай. Карта вот такая небольшая. Блин, так-то пройти вообще. Вот я думаю, знаешь, здесь вот проходить особо не будем. Сейчас вот это убьем. Пойдем по другой дороге. Забираем. Пойдем по другой дороге. А, кстати, денежку тоже заберем. По другой дороге и побежали через низ. Через низ безопаснее. Не намного, но безопаснее. Потом свиток. Вот этот свиток нужен. У нас сейчас очень кризисный момент. Так, да блин. Вот зелье опять. Что-то возвращение. Что-то этих зелий у меня снять этих негативных. Вот так. Ух ты, теперь нужно, знаете что, выпить. Вылечиться, сколько надо? 300. У меня вообще теперь нету. XP. Так, вот это заберем. Давай-ка, наверное, вот это я выпью. Потом вот это вот шлепну. Вот это вот восстанавливать. И вот еще раз использую навык. И пойдем дальше. Бомбить их. Так, давай, искатель. Да, собрали нужные нам вещи. Теперь давайте попробуем пойти в другую. 21-ю уже.
21-22, наверное, сейчас будет этаж. Блять, сразу стоит здесь. О, восстановлено 35. Конечно, немного, но все, что есть. Открываем всю карту. Ух ты, карта здесь большая. Так, теперь нужно, знаешь, как вот, наверное, мне кажется, вот так вот пройти. Впереди здесь увидеть. Так, пройти, обойти обратно. Угу, тоже нормально. Скорость. Теперь нужно... Так, нужно убить нижнего, наверное. Вот это убить. Потом дойти до... Ух ты, какой-то свиток тап-тап. Что за тап-тап? Интересно, свитки тут всякие. О, новый фламер. Новый боец, который против нас фигарит. Так, теперь давайте посмотрим. Фламер. Ну, давай фламер, чё-то. Тебе надо бабосики забрать. Здесь, о, хп восстановить. Ну, хп, значит, мы сейчас попозже установим. Сначала вот этот фламер завалим. Еще заберем улучшалочки. А этих по-любому наим валить всех. Деваться некуда. Будем валить. Так, что у нас? Забираем хпшки. Руны. Что это за руны? Ух ты, горим. Блин, на него наткнулся случайно. Вообще не... О, зато свитку получил. Значит, не случайно. От мобов еще тоже что-нибудь, да, попадется. Так, теперь нужно до того вон ящика дойти. Так, окей, нам сколько осталось? Много. Вот ящичек. Хлоп, этот ящик забрал. Это вот забрал. Так, теперь что у нас осталось? Все. Мы все опустошили. Теперь идем на другую. Другую степь. А здесь еще, наверное, лучше. Так, открыть надо карту. Можно сейчас карту открыть. Ух ты, там вон красненький. Туда побежишь, тоже звездюлей получишь. Ну давай красненьким сейчас фламером подеремся, потом возьмем жизни. Так, окей, банши тоже убьем. Если мешается вообще ни к чему. Горящий инструмент. Сапожки, ой, сапожки какие-то интересненькие. 57, нифига себе. Вот я понимаю, сапожки. Они еще звездочет. Что за звездочет? Это типа задание, что ли, выполнил? Что, блядь, какие-то рандомные, я не знаю, письмена какие-то, как их назвать? Таблички какие-то рандомные. Вообще с чего бы. А, ну ладно. О, меч. Что это такое? Что это за меч? Хо, 37. Вообще изи, ребят. Это у нас меньше. Ну, я думаю, да, я думаю, знаете как, мы... Сколько? 46? А здесь сколько? 42. Давайте-ка, наверное, поменяем. Пока что. Сапожки здесь у нас меньше. Здесь вообще меньше. Сил магии больше. Мы недавно были у торговца. Что такое тап-тап? Образование. Утверждаю, что эта эмблема хорошо смотрится. Так, давай-ка вот эти мы поудаляем, наверное.
Вообще вот эти все поудаляем, чем мне надо. Нафиг они не нужны. Пофиг, деньги есть пока. Деньги есть. Бабосы есть, значит, можно избавляться от лишнего. Так, у нас что еще? Убил, получил кирку. Этого тоже по-любому убить надо будет. На пути стоит неизведанности. Так, и нам почистить, наверное, может в эту сторону идти, не идти. Столько много мобов надо поубивать. Ладно, потом пойдем. Ладно, ребят. На этом выпуск мой закончен в этом году. Последний выпуск. Будут выпуски в следующем году. Ставьте лайк. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.